Всем привет, ребята. Это интересная очень покупка. Купил я, получается. Ссылку оставлю в описаниях. У меня был на обзоре этот телефон, iPhone X на 256 гигов. Американец. У меня был на обзоре этот телефон ранее. Ссылка в описании, можете посмотреть. Это iPhone XS Max, который я купил за 44 тысячи рублей на Авито. Все было отлично, но попользовался где-то 5 часов, я заметил то, что есть дефект. Это микрофон. И отнес в авторизованный сервисный центр Apple. И как вы можете увидеть, мне телефон заменили на новый, абсолютно новый. Новый, абсолютно новый, в пленке. Абсолютно новый. Я ранее выставлял в Инстаграме фотографию, и в одном сайте, когда вот именно вот этот iPhone XS Max я пробивал по серийному номеру, там вообще показывает то, что там iPhone XS Max на 256 гигов, и показывает то, что там должно показывать как бы месяц, сколько месяцев, дней или там что-нибудь такое. Там вообще показывает младенец. Прям в этом на сайте. Это у меня старый чек. Старый чек. А вот и новый. То, что мне заменили по гарантии. Так, у этого телефона изначально была. А, я тут просто поставил. Наушники тут были новые, и я поставил новую, абсолютно новую зарядку от iPhone 11, который ранее снимал. Вот и все. Телефон заменили на новый. Сейчас покажу серийный номер. Вот серийный номер. Вы можете зайти и проверить вот по этому серийному номеру. И там у вас выйдет то, что не активировано. Вот и все, ребята. Что вы думаете об этом? Проблема с микрофоном, и мне заменили на новый XS Max на 256 гов. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на Инстаграм. Ссылку тоже оставлю в описание.